100 метров снова, правильно? Да, мы уже расположились здесь не ближе 100 метров. Мы стартовали отсюда, прилетели в Алма-Ату, потом в Китай, и то это. Ну, получается 5 дней, в общем, получился полностью круг из Киева и до Австрии Линц. Из Алма-Аты мы 10 часов сегодня, вчера летели до Ирландии. Ну, всегда рейсы на Китай, как и в прошлом году, мы весной летали, они такие, ну, тяжеловатенькие. Плюс нам-то еще более-менее, мы там спрятались, кондиционер нам включили. Мы это, а техники что-то все время грузят, полностью в экипировке в этой костюме, а он жалко, я одел на себя, я еле выжил. Поэтому техникам еще тяжелее. У нас 8 летного состава, это 6 стандартно, и еще один дополнительный командир и один дополнительный штурман. 8 человек. И, ну и техников, потому что самолет большой, их было 13 человек техников. Я сам удивился, потом я так поспрашивал немножко. Это, по всей видимости, это дом будет. Это будет дом, вот такой хай-тек, который вот как вот аэропорты строят. Он из таких металлоконструкций и из стекло. Вот это такой дом, который я себе заказал. Тесты, это то, что мы в Австрию отвезли. И, в общем, все, что связано именно с медицинской. А третий был очень удивительный. Груза немного, вот это же 55 тонн всего, но объем полный на Мрию. Елки новогодние искусственные и всякое еще там, ну, игрушки или что там, не знаю, что. Или очень заботятся ирландцы о экологии, чтобы не рубать эти деревья. Ну,